Твери началась подготовка к празднованию Дня города. В этом году его проведение намечено на 19 июля. Большинство мероприятий пройдут в режиме онлайн. Часть программы уже известна. Одним из главных событий станет концерт с участием тверских музыкальных коллективов. Записанные заранее выступления можно будет увидеть в интернете. На одной из съемочных площадок побывал корреспондент нашего телеканала. Предупреждаем, от увиденного может перехватить дыхание и закружиться голова. Посмотрите эти эксклюзивные кадры. Ровно на один час знаменитая на весь город обзорная площадка бизнес-центра «Тверь» превратилась в концертный зал консерватории. На 22-й этаж пожаловали 22 музыканта муниципального эстрадно-духового оркестра. Исполнял ансамбль всего одну песню, однако, как признались участники оркестра, после долгой паузы в работе, связанной с пандемией коронавируса, даже ненадолго снова взять в руки музыкальный инструмент – большая радость. Погода, тем более, хорошая, располагает. Трудно, конечно, было бы сейчас изолироваться. Проще было это делать, когда там март, апрель. Там. Сейчас это ожидаемо, это естественно. Какой, конечно, вирус тут уже не помешает. Исполнение песни «Наш город» станет яркой финальной точкой концертной программы «Тверь зажигает», которую тверетяне смогут увидеть 19 июля на сайте администрации города. Весь концерт, по задумке авторов, должен представлять собой интерактивную прогулку по городу, а точнее, по самым ярким и интересным местам областной столицы. Хотелось добиться ощущения некого путешествия зрителя вместе с артистами по концертным площадкам нашего города. Есть виртуальная площадка, где артисты будут присылать уже готовые видеоролики с какими-то премьерными песнями, со своими старенькими песнями, но тем не менее спетыми дома в своей домашней студии, так скажем. Большая сцена ДК «Химволокно», площадка городского сада, где под открытым воздухом будут выступать кавер-группы, дуэты, наши тверские классные молодые ребята. Как и другие номера концертной программы, выступления оркестра записали заранее. Это позволило авторам снять на видео музыкантов сразу в нескольких локациях, в том числе на высоте птичьего полета. Как признавались участники оркестра, едва только они услышали об этой идее, сразу же ее поддержали. Играть в таком месте им еще не доводилось. Не совру, что это самая живописная точка города, откуда видны все просторы нашего города. Вот. И, конечно, для нас это первый опыт играть именно здесь. Фееричное зрелище. Я здесь не первый раз, но и не так часто бываю, и каждый раз вид впечатляет, скажем прямо. Всю эту красоту жители Верхней Волжи смогут увидеть 19 июля, а подробную программу празднования Дня города Твери организаторы обещают разместить на сайте городской администрации совсем скоро.